Многие пишут, зачем вы держите собак в клетках? Почему вы их не выпустите на свободу? Во-первых, собаки не в клетках, а в просторных вольерах с теплыми будками, в которых сено. Собаки сыты и находятся в безопасности. К нам попал пес. Ему примерно 6, ну максимум 10 месяцев от роду. Назвали мы его Арго. У него поломаны передние две лапы и таз. Вот какова цена свободы. Какая была сила удара, чтобы так искалечить бедное животное? Сейчас Арго в стационаре. Ему сделали обезболивание, первичную помощь оказали. На утро назначено КТ. Только КТ может показать, есть ли шанс у Арго на жизнь. И если есть хоть один маленький шанс, то мы его спасем. А пока нам остается только молиться за него.